сложившейся традиции ежегодно в Хасавюрте проводится отборочный этап юмористической игры КВН среди учащихся школ для создания команд. Очередной этап прошел 14 декабря в общеобразовательной школе номер 9, где выступили команды всех школ города, продемонстрировали свое актерское мастерство и умение шутить. Выступление команд оценивали жюри, среди которых были члены сборной Дагестана по КВН. Как бы предложили в школе пойти на КВН, участвовать в нем. И в принципе мне понравилось, как бы там можно выступать очень весело, всякие смешные шутки. И вот эта артистичная игра, как бы, мне нравится все. На протяжении всей игры в зале царила атмосфера веселого настроения. Выступления команд на сцене поддерживали восторженными аплодисментами. Совсем юные участники старались показывать миниатюры так, чтобы это казалось реалистичным. Хасавюртовские КВНщики всегда славились оригинальным и качественным юмором, а подобные мероприятия еще раз являются тому подтверждением, признаются организаторы мероприятия. По результатам первого отборочного этапа было отмечено несколько команд, которым предстоит выступить на фестивале КВН. Затем состоится отбор участников на Республиканскую лигу КВН среди школьников, проведение которого запланировано на 2018 год. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».